На недавней пресс-конференции Владимир Владимирович Путин уделил особое внимание вопросам развития внутреннего туризма. И действительно, ситуация, которая сложилась в 2020 году из-за пандемии, из-за закрытия границ, способствовала тому, что очень много граждан после снятия ограничений и стабилизации эпидемиологической ситуации летом стали путешествовать именно внутри нашей страны. Для Тульского региона это тоже было видно, и после снятия ограничений в июле, августе, сентябре у нас были пиковые значения по туристическому потоку. И это не случайно. В этом году мы праздновали 500-летие Тульского Кремля. Масштабный федеральный проект, к которому мы готовились 5 лет, и благодаря Алексею Геннадьевичу Дюмину было сделано очень много не только с точки зрения продвижения этого проекта, но в первую очередь с точки зрения реставрации объектов культурного наследия, привлечения финансирования из разных источников для формирования действительно нового культурно-туристического кластера в центре города Тулы и благоустройства и формирования туристически привлекательных центров в еще 11 малых исторических городах. И вот та задача, которую обозначил Владимир Владимирович, как повернуть уже навсегда, наверное, тот туристический поток, который обычно предпочитал за границу, вернуть его в Россию и показать нашим гражданам, что можно комфортно, хорошо отдыхать у себя в стране. Это задача, которую нам нужно будет еще выполнять достаточно в долгой перспективе, несколько лет, потому что нужно развивать, продолжать развивать туристическую инфраструктуру.